Президент США впервые прокомментировал наступление украинских войск в Курской области. Президент США Джо Байден заявил, что наступление украинских войск в Курской области ставит российского президента Владимира Путина перед настоящей дилеммой, сообщает BBC. Это первый официальный комментарий американского лидера по поводу происходящего. Это создает настоящую дилемму для Путина, и мы находимся в прямом, постоянном контакте с украинцами. «Это все, что я могу сказать об этом, пока наступление продолжается», — сказал Байден журналистам. Цитата по агентству «Франс Пресс».